поздравляем вас с днем разума. И вот для того, чтобы разум вам был ясный, четкий, защищенный от негативных всяких там инфекций, болезней, мы вот рекомендуем такую композицию 10 эфирных масел, смол и вот такой пелки. Понюхайте. Давай как-то этот аромат. Это, ой, это вам стоит понюхать. Так даже не передашь. Это очень приятно. Это в течение получаса, если вы буквально граммулечку съедите, остановит целый класс инфекций в вашем организме. И, конечно же, в первую очередь гриппа. И вот эту форму вам всем отправим в подарок. И если надо, вот такой состав могучий для того, чтобы вы были здоровы, с ясным разумом и с четкой волей. Конечно же, это можно делать в очень красивых вот таких украшениях. Пахнет, особенно для мужчин, вот такой подарок. Да, мощный. Из... Хотели бы подарить это латунных таких. Алтайский край, удивительному человеку, врачу. Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, да, директор генеральный алтайского компании «Алтайский букет». Ой, какая мощная. Или «Букет Алтая». Да. Мы готовы с ней сотрудничать и делать всякие удивительные вещи. Поставляем со всего мира, чтобы наша Россия, матушка, и наш народ был здоров, как самый здоровый. Пользовался да, самым настоящим, натуральным, природным. Да, спасибо. Спасибо. С праздником. Да, с праздником День разума.